Уважаемые родственники мобилизованных граждан, военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции Республики Саха-Якутия, от имени правительства хотелось бы поставить вас в известность о том, что главой Республики Саха-Якутия ведется постоянный контроль за исполнением своего указа о назначении материальной помощи в размере 200 тысяч семьям мобилизованным. Министерством труда проводится соответствующая работа, и у нас практически завершена непосредственно формирование всех списков и выплаты. Однако возникают сегодня вопросы, и появились у нас сегодня заявления, на которые на настоящий момент отсутствует заявление родственников. Поэтому сегодня на рабочей группе принято решение обратиться к родственникам мобилизованных с необходимостью еще раз напомнить о том, что заявление об оказании мер поддержки необходимо подать в управление, кто еще не получал выплату 200 тысяч, в управление соцзащиты, МФЦ или, соответственно, через портал Е-Якутия. Работа по сбору сведений и назначению выплат самим военнослужащим, в отношении которых не поступили заявления от членов семьи, также продолжается через военные комиссариаты на местах. Необходимо обратить внимание, что последние две недели у нас активизированы группы, телеграм-группы, которые есть в каждом улусе республики. В них входят мамы, жены, близкие, родственники. За все это время поступило порядка 500 заявлений, обращений, которые разрешаются достаточно в быстром порядке. Жизненные ситуации бывают самые разные. Соответственно, сотрудниками органов государственной власти, Министерства финансов, Министерства труда, здравоохранения в оперативном порядке решаются вопросы реабилитации, направления на санаторно-курортное лечение, вопросы связи с ранеными, вопросы с восстановлениями документов, вопросы с поиском документов и иными жизненными ситуациями, которые, соответственно, на республиканском и на муниципальном уровне сегодня позволяют нам говорить о, соответственно, проведенной работе с нашими семьями и созданием надежного тыла для тех, кто проживает у нас на территории Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, по вопросам вообще мобилизации, по вопросам возникающих и в зоне специальной военной операции, достаточно часто возникают вопросы, которые являются общими для всех, поэтому мы постоянно будем вас информировать о том, каким образом можно разрешить ту или иную ситуацию.